В одном мирном городишке, на обычных тихих улицах, нечто шокирующее, нечто ужасающее пробудилось. Извините, но мы закрыты. Отвали от меня! Чё это было-то? Дикие животные? Это очень мерзкое, самое мерзкое, что я видел в своей жизни. Вы считаете, что это дикие животные? А ты чё думаешь? Не, ну я думаю, это зомби. Чё? Ну знаете, нежить. Вурдалаки. Ой, ну вы выглядите просто потрясающе. Так, я не поняла. Вы чё, тут заодно, что ли? Джим Джармуш представляет. Пожирающий плоть зомби? Чё ты смеёшься, это реально жёстко. Ай, сука, больно. Вот дерьмо. Это добром не закончится. Ты посмотри, они продолжают делать то же самое, что и при жизни. Коси. Шардоне. Она чё, сказала Шардоне? Видать так. Добро пожаловать в мой мир, зомби. А я тебе говорил, что все плохо кончится. О, не повезло. А я весьма спокойно отношусь к тому, что я должна защищать себя от мертвецов. Кажется, я понял. Дорога к выживанию может завести в тупик. Мертвые не умирают. Простите? Слушай, а ты неплохо их лупишь. Ты чё, в команде какой-то играл? А, ну так, на курсы ходил, и это было весьма давно.